Всем добрый день! Сегодня 28 ноября. У нас на градуснике плюс 18 градусов. Светит солнышко. Как будто вернулось лето. Мы хотим вам показать. Мы купили еще уточек у соседки, у Любы. Она много выращивает уток. Купили вот утака, вот такого дымчатого. Утя. Как бы его назвать? И вот уточки рядом с ним. Одна коричневая, другая белоголовая. Это вот вместе с ним. Это вот белая наша. Уважаемые подписчики, помогите нам выбрать имя для вот нашего утака. Утак или селезень, правильно? Да, мы не знаем. Ну, утак или селезень. Вот такой он. В мае он родился. Вот. Выпустили сегодня на травку опять погулять, потому что потеплее. Еще мы сегодня ходили на рыбалку, встали в 5 утра, рано, и пошли порыбачить. Но немножко удалось нам поймать, как говорится, на жареху. Есть результат. Рыба еще живая. Ну, покажи какого-нибудь. Который-то помелче. Который-то покрупнее. Вон какой. Это самый большой. Да. Сильно больших нету. Такие вот. Ой! Карасики. Ну, такие вот ладошки. Ну, это самый маленький. Нет, вот это маленький самый. А сколько штук? Не помню. Штук 10, наверное. Так что это наша первая рыбалка. Оказывается, рыба есть. Да. Просто раньше времени не было сходить в рыбалку. Никак, все дела. Вот сегодня решили попробовать. Ну и то вот погода хорошая, наверное. Может быть, не наловили ничего. Просто потеплело. Не знаю, этот на 3 дня передают тепло-то. Ночью плюс 12, а днем. На целую неделю передают. Плюс 19. Без заморозков. Какие-то дни потеплее, какие-то прохладнее. Тепло, хорошо. Вот так. Вот арбуз съели. Остались только шкурки. Угощали мы их арбузом. Сейчас он едят траву. Угу. Ну, арбуз они не знаю. 3 минуты и арбуза нет. Ну, они его растаскивают моментально. Где бы они ни были, как услышат арбуз, все. Прибегают отовсюду. Пей. Это. Тоже утак или... Это, наверное, утак, да? Наверное. Мы спросили узнать, как определить, уточка или утак. Сказали, покрупней. Крупные – это утаки, а поменьше – это уточки.
хочется вот этого селезня каким-то именем назвать. Ну ладно, всем пока. Всем доброе утро. Сегодня 6 декабря. Мы решили сходить на рыбалку. Не пошли. У нас можно за огородом рыбачить. Огород выходит в реку. Ну, мы решили здесь на мосту порыбачить, где все рыбачат. Может, там рыбы больше. Посмотрю. Стульчик взяли складной. Червей накопали. И идем. Сегодня погода хорошая тоже. Но солнышка нет. Травка зеленая. Идем на рыбалку. И увидели здесь акацию. Давно хотели вам показать. Вот лично мы не знали, что акация имеет такие колючки. Вот такие. Это сколько сантиметров? Да 10. Ну да. 10 сантиметров. Вот пусть такие колючки. Вот. Да, длиннее пальца даже. Представляете? Но она бывает разные, видно, сорта. У некоторых поменьше колючки, а у некоторых прямо вот вообще. Такие шипы. Эти колючки есть даже вот там на стволах. Прямо из ствола торчит, как такое огромное шило. Да. Игла. Такое удивительное растение. Его, может быть, как живую изгородь можно. Пришли мы на речку. Как у нас называется река? Бесужек. Шумит река, течение такое. Вон там наш дом. Сегодня лебедей нет, а то лебеди плавают у нас здесь. Во, какое течение. Ого. А воды прибыло после дождей. О, какое течение. Уплывает даль. А мы будем с этой стороны. Ты посмотри на проводах, сколько этих заброшено. Поплавков.
Ничего себе. Да кто-то так старался, закидывал. Мы на рыбалке. И выплыли там из-за поворота, где у нас дом. 4 лебедя. Попробую увеличить. Как раз напротив участка нашего, да? Да. Напротив огорода. Раньше было 5. Всегда они здесь плавали. Выходишь в огород, 5 лебедей. А сегодня что-то 4. Вот такая у нас рыбалка. Ветер от них. Может, подплывут. Да, они нас не слышат. Красавцы. Лебеди не боятся. Мы здесь стоим, закидываем удочки, разговариваем. Мне видно, уже привыкли. Спокойно себя ведут. Никуда не улетают. Живут тут где-то, да, Вов?